Сегодняшние валютные торги на московской бирже начались с нового снижения рубля. На фоне дешевеющей нефти доллар преодолел отметку 68,5 рубля, а евро приближается к 78. При цене на нефть марки Brent в 45 долларов с небольшим давление на российскую валюту нешуточное. К этой минуте уже есть официальные курсы, установленные Центральным банком России на выходные. Они такие: доллар 68,12, евро 76,67.